Дорогие братья и сестры, вместе с вами в этот вечерний час воскресного дня хочется сказать «Слава Тебе, Господи Боже Вседержитель!» За милости Господне с утра раннего, которую Господь обновил как над всею землею и над каждым из нас, Господь обновил милость Свою, до этого вечернего часа нам помог, дал нам время благоприятное, дал нам на сердце мысль такую, чтобы направились стопы ног наших в Дом Божий. Мы пришли в Дом молитвы в этот вечерний час. И в псалтыри, в псалмах мы читаем, что я, Давид говорит, послушаю, что скажет Бог из книги дивной и святой. Дорогие братья и сестры, мы счастливые люди, что имеем, конечно, окружение братьев, сестер вокруг себя, можем с кем-то посоветоваться, но больше всего, что нас радует и утешает, это Слово Божие, святая книга Библия. К ней, когда мы обращаемся, в ней мы находим утешение, радость Господь открывает, являет на пути. Скорби проходим. Господи, помоги, обращаемся к Слову Божьему. Господь дает нам и радость, и утешение из Слова Своего. Это Слово Божие. Пред Словом Божьим люди издревле трепетали, благовели. И мы в свое время, поможи нам, Господи, будем во всю нашу жизнь делать то же. Дорогие братья и сестры, мы будем идти к молитве скоро. Вот, прочитывая Библию от начала, от первых страниц Библии, мы видим Божию заботу о человеке, о первом человеке. Поселил его Бог в раю. Все для тебя есть, человек, все. Живи, наслаждайся, ходил в прохладе дня, имел общение с Богом человек. Это вот представить себе, Господь дал нам такую возможность нашему разуму, что мы можем представить, читая Слово Божие, мы можем представить, ага, это было вот так, повествование мы читаем, и мы в разуме нашем мы видим, как оно это все было. Вот, это очень интересно. Ходил человек, все тебе, пожалуйста, все есть. Но произошло, как мы читаем, грехопадение. И Бог говорил Адаму, что смертью умрешь. Адам, наверное, он не понимал, о чем это Бог ему сказал. Смертью умрешь. В день, который ты вкусишь от того, что я запретил тебе. Адам прожил еще долгие столетия. В нынешнее время человек проживет больше 100 лет или сколько. Это на удивление всем. Все радуются, поздравляют. Адам еще прожил тогда многие столетия. Но он был мертв. Адам был мертв. И все наследие было мертво после Адама. Потому что Бог сказал свое слово, что смертью умрешь, ты будешь мертв. Почему это произошло? Потому что перестал человек иметь общение с своим Творцом, с Жизнедателем. Потому что Бог вдохнул дух жизни в человека и стал человек живым. Дорогие братья и сестры, мы порой не задаемся такой мыслью, как оно это все, но Бог Небесный, Он над всем, и Он имеет на все силу, Он имеет на все власть. Но порой люди так вот искусно имеют такое поведение, или как сказать, они делаются превыше Бога.
делаются превыше Слова Божьего. Ну, в своих глазах, разумеется. Один из царей языческих, он, когда пошел на Иерусалим, и когда он насмехался над упованием человека Божьего, говорит, что это за упование? И он там, я своими словами говорю, он там уподобливал себя Господу, что перед ним никакая армия, никакое государство не могло устоять. Дорогие друзья, но мы счастливые люди, что нам Бог открыл свою волю через Слово Свое, и заботу свою Господь до такой степени проявил к нам, что мы читаем уже в Новом Завете, что как когда в Эдеме Господь позаботился за первого человека, все тебе есть. На сегодняшний день, конечно, если глянуть с физической стороны, ну, можно сказать, мы тоже живем в раю, все у нас есть. Все у нас есть. Желание только одно твое нужно, и вот жарко тебе, кнопочку нажал, прохлада пошла. Холодно? Нажал другую кнопочку, тепло сделал себе. Что тебе еще надо, человек? Дорогие друзья, нам, что по физической стороне, мы все разумеем, что это вторая ступень. Нам есть велико за что благодарить Господа, дорогие друзья. А с духовной стороны, Бог продолжал свою заботу. Мы читаем во Второзаконии, когда Моисей, человек Божий, вел народ израильский. Вот, и Господь там сказал, вот я сейчас прочитаю. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Бог заботился о человеке, дал уставы, постановления свои. И жизнь и добро. Человек, когда делает добро, он есть наследник жизни. Человек, который делает зло, стремится к злу, не ляжет спать, пока не сделает зла, будет наследовать смерть. И Бог Небесный говорит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Аврааму, Исааку, Якову. Дорогие друзья, вот это вот такая забота Господня. Ну, кажется, представил, ну, уже выбор, ну, ладно, я уже как-то сделаю. И тут Бог говорит: человек, подожди, подожди, не иди на ту сторону. Вот, избери вот, что я тебе сегодня предложил. Избери жизнь и добро, чтобы тебе наследовать долгое время на земле и благословение во всем. Мало того, свою заботу Бог проявляет уже к нам так, к людям. Что же еще сделать? И отдает своего единственного Сына, Иисуса Христа, для спасения моего и твоего. Мы помним повествование, когда Бог сказал Аврааму: «Принеси сына твоего единственного, которого ты любишь, наследник, долгожданный». Это Авраам уже в
все вложил в него единственный сын. Исполнил Господь обетование над нем. Авраам прошел сильнейшее испытание и остался верным Богу. А остался он верным Богу потому, что уже в Новом Завете Слово Божие нам открывает, что он верил, что Бог его может воскресить из мертвых. Братья и сестры, слава нашему Господу! Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю, ходил по земле, принял образ человека, ходил по земле, и люди ходили толпами ходили за Христом, верили в Него, другие не верили. И когда когда Божий Сын на кресте уже был распят, то мы читаем, многие люди, там сотник засвидетельствовал, истинно это был Сын Божий. И люди и шли, бия себя в грудь, говорили, это был Сын Божий. Но надолго им этого не хватило. Когда дальше мы читаем повествование, когда апостолы говорили об Иисусе Христе, это о том, о ком вы же сами свидетельствовали, что это Сын Божий. Мы говорим о Нем, свидетельствуем о Нем. Побои, побиение камнями, тюрьмы и так дальше и тому подобное, и смерть. За Сына Божьего. Так вы же утверждали, что это Сын Божий. Вот так человек поступает в другой раз, братья и сестры. Мы счастливые люди, что нам Господь открылся в том, что в Иисусе Христе явлена нам жизнь. Истинно, истинно говорю вам, ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. 40 стих мы читаем, что люди не хотят прийти к Христу. Не хотят. Так сам Иисус Христос засвидетельствовал об этом. Наша участь, конечно же, дорогие друзья, благая, что мы услышали об Иисусе Христе, что в Нем наша жизнь сокрыта, и в Нем все благословения для нашей жизни мы имеем, как здесь на земле и в вечности в небесах. Поэтому, братья и сестры, нам есть за что благодарить, нам есть за что славить Господа, потому что мы есть Его наследие. Над нами, мы свидетели каждый этому, что над нами в нашей жизни исполняется Слово Божие. Над нами, потому что мы есть свидетели Иисуса Христа, Сына Божия, который и нас воскресил от мертвых дел к упованию живому, к жизни новой, к жизни вечной с Иисусом Христом. Не будем умолкать мы об этом, будем говорить об этом нашим детям, будем говорить ближним и дальним, что есть жизнь вечная с Иисусом Христом. Что сегодня ты изберешь, человек? Господь говорит, избери жизнь, советую тебе, избери жизнь. Поэтому, дорогие друзья, мы будем идти к молитве, открывать наши желания, чтобы то, что мы выбираем в жизни, наши пути, наши цели, куда стремится наша душа и что мы имеем пред собою, это имеет большое значение, друзья дорогие. Открывая желание сердца нашего пред Господом, видя нашу искренность, Бог будет помогать нам. Бог будет помогать направлять стопы наши на путь добра, на путь истины, к жизни. И мы будем живы и хранимы Господом. Дорогие друзья, давайте попросим
Господнего присутствия на нашу дальнейшую жизнь, чтобы Он помог нам, чтобы нам не сворачивать с путей, потому что время, в какое мы живем, мы сегодня слышали с утра раннего, и вообще мы видим по обстоятельствам всем, не только как в этой стране, и везде по всему миру, мы видим, что время пришествия Господнего приближается. Насколько сегодня мы готовы ко встрече с Господом? Насколько мы близки и близкие отношения имеем с Господом, насколько мы имеем уверенность в Боге, что мы помолились, и Господь слышит нас. Да, и аминь, Он слышит. Но есть люди, говорят, что, ну, я не знаю, как это, что это. Друзья дорогие, твердо и непоколебимо верим Слову Божьему, потому что Слово Божье есть живо и действенно, и Господь Бог всемогущий, вездесущий, братья наши, предшественники, были в тюрьмах, были в лагерях, они шли на смерть, на явную смерть и шли, но они знали, что этим они приобретают жизнь вечную. Они приобретали Христа. Расставались со всем земным этим ради вечной жизни. Друзья дорогие, помоги нам, Господь, чтобы нам, живя на земле, избавь сила небесная, чтобы нам никогда никого не судить, ни на кого не клеветать, не принимать поношения ни на кого. Это все запрещает делать нам Слово Божие, друзья дорогие. Поэтому помоги нам, Господь, во всех путях наших быть искренними пред Богом. А с искренним Господь поступает искренно. Дорогие друзья, время молитвы. Давайте мы помолимся Господу, благословим каждого из нас, прославим имя Господне за все милости и блага, какие Он дает нам, как до этого места Он нам помог, и дальше, чтобы нас, детей наших, все наследие, весь народ свой по всему лицу земли, чтобы Господь хранил и ввел нас в жилище славы Своей. Он достоин вечной славы, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Преклоним колени и будем молиться. Аллилуйя. Слава и благодарность имени Твоему Святому, Господь наш Бог. Мы благодарны Тебе, что Ты заботишься о нас, Господи Боже мой, являя милость Твою, Господи Боже мой, над всеми нами. Слава Тебе во веки веков, Господи Боже, Вседержитель, что очи Твои святые, они обозревают всю землю, Боже, и в этот вечерний час, Боже милосердный, мы предстоим также пред величием Твоим, Господи Боже, и нуждаемся в Твоем благословении, чтобы, благословляя, Ты благословил и умножил Твои благословения в народе Твоем, в церкви Твоей, Господи Боже, Вседержитель. Нам нужна сила, Господи Боже, в это время, в которое мы живем, сила Духа Святого, Господи, Боже наш, Боже Всемогущий, будь прибежищем, будь защитой Ты для нас, для наших детей, Господи, во всякое время будь покровом Ты для нас, Боже мой, во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный, аллилуйя, Тебе благодарность имени Твоему Святому, Себене лекантун, трибенту либиде фентурмана, хвала имени Твоему Святому, Господи, Боже мой, за Твою заботу, Боже мой, что Ты не оставил нас одиноких в мире этом, Ты не оставил нас, Господи, на пагубу и на поругание, Боже мой, Ты послал Своего Единородного Сына Иисуса Христа в этот мир, дабы нам верою в Него не погибнуть, но иметь жизнь вечную. Слава Тебе во веки веков, Господи Боже Вседержитель, да направится молитва наша, Господи, пред престол благодати Твоей, Господи, услышь нас с места обитания Твоего, Боже, и благослови нас в этот вечерний час обилием Слова Твоего, Боже, которое будет говориться на этом месте, Господи, и всякое деяние наше, которое будет для славы Твоего святого имени, да будет благословенно Тобою, Господи. Боже Вседержитель, вся слава Тебе принадлежит в этот вечерний час. Прославься во веки веков, ибо Ты достоин вечной славы, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Споем все вместе псалом «Вірю я в обітниці Христа Царя». Безупинно хай звучить Йому хвала.
Христа. Господу, пожалуйста, садитесь. Сейчас Вика сыграет на скрипке, Лена и Оля споют дуэт. Сережа расскажет стих, Оля исполнит соло и хор «Псалом номер 31».
Я знаю, что в мире покой не найду я. Здесь много искали, найти не могли. Но ты успокоишь, свой свет мне даруя. О Боже, в молитве к тебе я иду. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Устрой себе место, ты в келье сердечной. Избавь от печали, тоски и тревог. Я здесь одинок, но ты мир посылаешь, любовью своей окружаешь меня, и радостью сердце мое наполняешь. Ты помощь и сила, надежда моя. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Устрой себе место, ты в келье сердечной. Избавь от печали, тоски и тревог. С тобою я счастлив, пусть стрелы летают, я их не боюсь, ты защита моя. Небесные силы меня охраняют, плыву я без страха, ладья ты моя. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Устрой себе место, ты в келье сердечной. Избавь от печали, тоски и тревог. И так до конца, к той небесной лазури, где я упоенный блаженством твоим, с тобой отдохну, утомленный от бури, узрю тебя, Боже, мой Бог и Творец. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Устрой себе место, ты в келье сердечной. Избавь от печали, тоски и тревог. Меня возлюбил ты любовью вечной. Я славлю тебя, мой Создатель и Бог. Устрой себе место, ты в келье сердечной. Избавь от печали, тоски и тревог. Слава Богу. Давай, Отец, с Тобой поговорим. Мне так приятно слышать добрый голос. В мои глаза спокойно посмотри и дай совет, как жить мне перед Богом, каким путем идти, куда смотреть, каких друзей избрать мне в этой жизни. Ты за меня помолишься опять пылающей и искренней молитвой. Давай, Отец, с Тобой поговорим. И снова, утешение получая, я буду словно малое дитя сидеть и слушать, всем Твоим словам внимая. Я знаю, год за годом пробегут,
и мои дети тоже повзрослеют, мне скажет сын, давай поговорим. Он скажет это вовсе не робея. Я говорить с ним буду обо всем, молиться буду искренне, с любовью, и в те минуты буду вспоминать, как мой отец молился так со мною.
Дорогие братья и сестры, вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу за это время благоприятное, которое Господь нам дает, за этот вечерний час. И мы уже довольно сегодня слышали Слово Божьего. И мы пришли сюда, на это место, чтобы прославить имя Господа нашего. Я хотел бы, в свою очередь, говорить о такой теме, о питании и о здоровье духовном. Вот как мы люди, мы так устроены, мы так привыкли, так Бог нас сотворил, чтобы нам жить здесь на земле, нам нужна жидкая пища и пища твердая, то есть вода и все, что здесь Бог сотворил на земле, человек это вкушает и живет этим. Я так слышал, если человеку не давать где-то 3 дня воды и оставить его на солнце, через 3 дня примерно человек умрет. Если не давать человеку пищи, то он намного дольше проживет, но впоследствии умрет. И также в духовной жизни получается, если человек духовно не подкрепляется, проходит время какое-то, он ослабевает, ослабевает, и потом духовно умирает. И вот как уже передо мной брат говорил, что люди согрешили и духовно умерли. И поэтому Бог послал Сына Своего Единородного. Сначала в Ветхом Завете Бог говорил через пророков, а в последние дни Он говорил и говорит нам в Сыне Своем Иисусе Христе. Чтобы немного стало понятнее эта духовная пища, духовное подкрепление, чтобы у нас духовное здоровье хорошее было, я немного скажу о физическом здоровье. Ну, как мы все люди, мы понимаем, что человек хочет, чтобы он не болел, чтобы у него не было болезней, чтобы у него питание правильное было. И для этого даже существуют институты такие, которые говорят, как нам нужно питаться, какую нам нужно пищу есть, какую нельзя есть. И все вам разложат по различным ингредиентам. И для каждого человека, если человек того желает, могут сказать, это тебе полезно, будет это не полезно. Если будешь есть эту пищу, с тобой будет это. И даже если человек сильно увлекается такой пищей, которая соленая, любит соленое сильно, впоследствии, когда пройдут года, у него начнутся такие болезни от этой соли. Если он любит сладкое и больше этого вкушает, то пройдет время, от этой пищи у него будут развиваться болезни. И если человек любит острую пищу, от нее тоже какие-то болезни могут быть. И поэтому существует такая профессия, диетологи, которые делают правильный баланс, как нужно питаться, как нужно жить. А я хотел бы это перевести на духовную сторону, как нам, христианам, которые мы обратились и познали нашего Господа, как нам питаться, какой пищей духовно питаться, от какого источника. Есть 2 источника, от которого питается человек. Это источник, который от Бога, духовная пища, и другой источник, от которого человек также питается, это мир. И он тоже много пищи духовной предлагает для человека. И если человек питается пищей, которую мир предлагает, и мы видим болезни от этой пищи, это греховная зависимость, это наркотическая, алкогольная, разные греховные зависимости, в которые человек впадает. Он не сразу впадает в это, но когда он смотрит в этот мир, питается оттуда, у него начинаются духовные проблемы. И мы все знаем, потому что, когда здесь выходят братья и молятся за записки, очень много нужд сейчас, которые говорят, что мой сын, моя дочь попали в греховную зависимость. Я напомню несколько мест Священного Писания. Первое место это будет Евангелие от Иоанна. Я с 4 главы прочитаю. Прочитаю с 31 по 38 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава. С 31 по 38 стих. В этой главе, и даже сегодня псалом такой пели про самарянку. В этой главе написано, что когда пришла женщина из Самарии до колодца почерпнуть воды, пришел туда Христос с учениками, и написано, что ученики отлучились в город для того, чтобы купить пищу, купить питание, для того, чтобы подкрепиться.
И когда Христос беседовал с самарянкой, попросил у нее пить, и когда женщина думала, что он просит эту воду, которая в колодце, он ей говорил о живой воде, которую он может дать. И впоследствии он открыл ее грехи, ее жизнь открыл. И эта женщина побежала в свой город, откуда пришла, и говорит: «Пойдите посмотрите, что я разговаривала с человеком, который открыл мою жизнь, не он ли Христос?» И вот жители этого города, где была эта самарянка, из самарянского селения, пришли до Христа. И тут написано, с 31 стиха я читаю: «Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь. Но он сказал им: у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? И Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Такое необычное место Священного Писания. И я хотел бы обратить внимание, когда ученики принесли пищу, куда они ходили, принесли пищу, они говорят: «Учитель, ешь», предложили ему пищу. И вот им Христос говорит, что «у меня есть другая пища, которую вы не знаете». О какой-то пище Христос говорил. И вот здесь стих Священного Писания, который прочитал. Христос им говорит, какая его пища, какую пищу он вкушает. И тут необычно написано, Иисус говорит им, ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». У него была такая пища, у Христа. Совершить то, для чего послал его Отец Небесный, и творить волю его. У Христа была такая пища. И он говорит, что у меня есть такая пища, которую вы не знаете. И он начинает им рассказывать о жатве, что поднимите головы ваши, посмотрите, как побелели нивы. Ну, потому что вышли люди из этого самарянского селения. Они поверили то, что сказала эта самарянка. Они вышли, а Христос говорит: посмотрите, вы трудились над тем, вы не сеяли, но вы вошли в труд тех людей, которые трудились. И вот он говорит, что справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Вот у Христа была такая пища, чтобы совершить жатву, проповедовать Слово, говорить волю Отца Небесного, совершать эту волю и совершать дело Его. Однажды, когда Христос совершил чудо несколькими хлебами и рыбками, накормил огромное количество людей, и потом прошло немного времени, эти люди опять пришли, и Христос им говорит, что вы ищете меня не потому, что видели чудеса, которые я сотворил, но ели хлеб и насытились. Я прочитаю, это 6 глава Евангелия от Иоанна, 26 и 27 стих прочитаю. И хотел бы, чтобы мы наше внимание обратили на эти слова. Иисус сказал им в ответ, то есть этим людям, которые пришли: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог». Вот такое Христос сказал слово, что не старайтесь сильно заботиться о пище тленной, о пище, которую человек получает, возделывая землю, то, что Бог здесь сотворил для человека, сделал. Но он ему важную вещь сказал, что старайтесь заботиться о пище, которая потом вас приведет в жизнь вечную. И эту пищу дает Христос, потому что на Христе Бог положил свою печать.
Вот здесь так написано в Слове Божьем. Еще также хочу напомнить, прочитать из этой же главы. 6 глава Евангелия от Иоанна, с 47 по 56 стих прочитаю. Очень важное слово, которое мы часто слышим, когда у нас происходит хлебопреломление. Часто на эту тему говорят. И Христос об себе говорит так. 6 глава Иоанна, 47 по 56 стих я прочитаю. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так идущий меня жить будет мною. Слава нашему Господу! Чтобы у нас было духовное здоровье хорошее, чтобы мы правильно ходили перед нашим Господом, Христос предложил Себя. Он предложил, и мы в посланиях апостола Павла много находим. В других местах Священного Писания Слово Божие нам говорит, чтобы мы ходили в Христе, облеклись в Него, чтобы мы преображали славный Его образ, чтобы питались Христом. Христос от Себя сказал, что «Я хлеб живой, сшедший с небес». И Он приводит пример, что ваши отцы ели ману в пустыне и умерли. Пришло время, люди, которые ходили в пустыне 40 лет, каждый день ели ману, но пришло время, они состарились и умерли. А Христос говорит, что всякий, который будет есть хлеб, который Я даю, и Он о себе говорит, что плоть Моя – это живой хлеб, который сошел с небес, и Моя кровь – это истинно есть питье. И как я уже сказал в начале, что человек без воды мало время может пробыть, а потом умирает. И также есть такая духовная вода, о которой Слово Божие также говорит. Я прочитаю. Это 7 глава Иоанна. У Израиля такой праздник был, праздник кущей. И во время этого праздника люди выходили из селения, в котором жили, ставили такие кущи, палатки такие сделали. И они в этих палатках какое-то время находились. И этим самым они говорили, что 40 лет они странствовали в пустыне. Бог их там благословлял, заботился об них, давал хлеб. И вознаменование этого праздника они жили в кущах, в этих палатках. И в Библии не написано, но так говорят, что во время этого праздника священник, уже когда был последний день праздника, священник наливал в сосуд воду, и поднимал эту воду над головой и начинал эту воду проливать. И когда люди слышали всплеск воды, этим самым они говорили, что Бог в пустыне им дал воду. И вот в это время Христос говорит, я прочитаю здесь несколько стихов, 7 глава Иоанна, 37 по 39 стих прочитаю. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, чрево потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Когда мы наполнены Духом Святым, когда мы исполняемся Духом Святым, мы этим живем, мы не становимся сухими, наша жизнь в нашем Господе. И Христос говорит, кто верует в Меня, так как сказано в Писании, у того из чрева, из внутренности потекут живые реки.
И эти живые реки будут благословением для окружающих людей. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы я к себе в первую очередь говорю, чтобы у нас была хорошая, правильная молитвенная жизнь, чтобы мы всегда исполнялись Духом Святым. От исполнения Духом Святым мы тогда живые встаем. Еще хочу напомнить также в 4 главе Евангелия от Матфея, там очень интересное место Священного Писания есть, когда Христос был исполнен Духа Святого, после того, как получил крещение через Иоанна, и Дух Святой сошел на Него. Библия нам говорит, что Он Духом был поведен в пустыню для искушения, и приступил Искуситель, и в 4 главе, я прочитаю здесь один стих, Евангелия от Матфея, когда Христос оказался в пустыне и приступил к Нему сатана Искуситель, и 4 глава Евангелия от Матфея, тут написано так, я даже с 3 прочитаю, и приступил к Нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Жизнь человека не только зависит, я имею в виду жизнь духовная, не зависит только от этой пищи тленной, от хлеба, который мы едим, от пищи телесной, но также жизнь человека зависит, когда он слышит Слово от Бога, принимает это Слово, живет Словом Божьим. И я прочитаю 8 глава Второзакония. Очень важное слово говорил Бог для Израиля. Он также и для нас говорит в этом месте Священного Писания. 8 глава Второзакония. Я прочитаю со 2 по 5 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». И мы как-то уже с братьями на братском рассуждали об этом чуде, которое Израиль видел на протяжении 40 лет. Представляете, одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. Мы знаем такие случаи, когда человек очень долго идет пешком, обувь его износится, и ноги его могут опухнуть. Человеку нужен отдых. Израиль ходил по пустыне 40 лет. Он видел эти чудеса каждый день. И самое большое чудо было, что рано утром, когда они вставали, вокруг стана была манна. Им нужно было только выходить и собирать эту манну. И представьте, сколько нужно было им собрать манны, если Библия говорит, что из египетского рабства вышло 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Огромное количество людей в пустыне. И чтобы всех их накормить, сколько им нужно было манны. И они уже привыкли к этому чуду. Собирали манну, толкли ее, делали лепешки и питались этой пищей. Но Библия нам говорит, что они ели эту манну, но умерли. И Христос говорит, что ваши отцы ели манну, но умерли. Я же хлеб живой, шедший с небес. Всякий, который будет кушать этот хлеб, то есть, если сказать другими словами, кто будет преображаться в славный образ Христа, ходить в нем, облекется в Христа, будет иметь жизнь вечную. И вот здесь я прочитал во Второзаконии, для чего это делал Бог. Бог не только кормил человека хлебом, но кормил человека своим словом. И вот тут я прочитал.
Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Если бы не было манны, через несколько дней все это общество бы умерло. Но Господь посылал слово, приходила манна каждое утро, и они этим жили. И также для нас, когда мы питаемся Словом Божьим, когда мы его читаем, когда мы размышляем, когда молитвенная жизнь наша правильна, когда мы исполнены Духом Святым, и наше духовное здоровье тогда правильное, мы здоровы духовно. И в заключение я еще хочу напомнить такое слово. Это будет написано в первом послании Иоанна. Как я уже вначале сказал, что есть два источника, от которого питается человечество. Источник, который Бог дает, Его Слово, духовная, внутренняя жизнь. Также человек может питаться и другим источником, который предлагает мир, а лице этого мира предлагает сатана. Если человек питается из этого источника, он духовно умирает, слабеет. И поэтому так много мы видим молитв, когда просят, чтобы молились за человека, который в зависимость попал. Первое послание Иоанна, 2 глава. Тут написаны такие слова. Я прочитаю 15, 16, 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Пусть Господь благословит нас, чтобы мы питались из Божьего источника, из Божьих водоемов пили воду живую. И здесь я прочитал, что Иоанн говорит, что не любите мира и то, что мир предлагает. Там ничего хорошего нет, там смерть, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. Мир проходит, его похоть, его прелести проходят. А Библия нам говорит, но кто пребывает, исполняет волю Отца, имеет правильное духовное питание, в том пребывает Господь, и Он пребывает в Боге. Господу нашему да будет слава. Аминь. Друзья дорогие, сейчас время делать материальное служение. Во время пения псалма мы это будем делать. «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил». Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господне вспомни, дай считай, все и до единой сердце повторяй. Вспомни, как вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготи, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросив все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господь, Господь, знай, считай, сей до единой в сердце повторяй. Вспомни, как Он
щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Видишь ли, богатый благами земли, вспомни, есть сокровище на небесах. Всякую нужду восполнит сам Господь, золото дороже то, что Он дает. Милости Господне вспоминай, считай, всегда едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Ободрись же духом на Христа взирай, силою Его все скорби побеждай. Помяни все милости Его храни, и найдешь отраду на земном пути. Милости Господи вспоминай, считай, всегда едино сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он Пожалуйста, занимайте свои места. Сейчас пение хора, псалом номер 31. Но сторожа отвечает мне.
В одном стихотворении, помню его в юности, рассказывал когда-то сам, там есть очень хорошие стихи, то есть слова, вернее, один куплет. «О, церковь, пой! Земля тебя внимает, и небо вторит дивным тем словам. Церковь, пой!» Я вот сидел сегодня и утром, и вот вечером на собрании. Я так благодарен нашим друзьям, нашим хористам, вам, за такое благородное, такое красивое служение. Я так благодарен Господу за нашу группу, наших музыкантов. Вот, ну как же все красиво они оформляют, делают, поют. Я понял. Вот оказывается, почему на небесах это служение продолжится. Потому что оно прекрасно. Наши проповедники, какие бы они ни были блестящими, красноречивыми, мудрыми, нету там такого служения. Оно не будет востребовано на небесах. А вот это служение, служение пения. Арфы золотые нам дадут, поем такой псалом. Да. Музыка, пение. Оно будет продолжаться в вечности. За это слава нашему Богу. И мне очень хотелось бы, друзья, чтобы наш хор пополнился теми, которые могут это делать. Вот. Но почему-то сидят, как говорит тоже в этом же стихотворении, что «О, человек, но кто?» Значит, когда все поет, и «но кто?» Вот среди этой всеобщей гармонии, музыки, пения, которое создал Господь, кто же молчит и песню не поет? «О, человек, перстов Господних слава! Тебе, Господь, все в мире покорил, мечел наполнена вселенная держава, тебе, о человек Всевышний, подарил. И ты молчишь, и ты не поешь». Но слава Богу, что есть те, которые поют, и есть возможность приобщиться. Начинается это служение здесь и продолжится во всю вечность. Оно прекрасно само по себе. Благослови Господь всех тружеников в этом направлении. Друзья, ну о чем мы сегодня побеседуем? Место Писания, на котором я хочу основать свою проповедь, и тема этой проповеди будет, это 1 Коринфянам 10:12. «Ибо кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Если бы было написано так: «Кто упал, подумай о том, как вставать», потому что в таком положении находиться нельзя. Но кто думает, что он стоит? Что нам дает повод, что дает повод человеку думать, что он стоит? И он действительно стоит. Ну, вот смотрите, вот сколько нас сегодня пришло вечером в собрании. Это все те, которые стоят, которые понимают, что служение Богу – это вопрос номер один. Что как бы ни было жарко, но все равно вы пришли сюда, в собрание, хотя здесь очень хорошо, кондишн работает, и мы чувствуем себя комфортно, но почему-то все равно вот людям, значит, вот, ну, не получается по каким-то причинам прийти. Но вы здесь, так что мы стоим. Это проповедь для нас. Вот мы думаем, что мы стоим. Почему мы так думаем? Потому что нам интересно слово проповеди, нам интересен Господь, нам интересно поклониться Ему, послушать пение хора, вот, короче, приобщиться к всему тому, что Господне, к тому, что напоминает о Боге нам сегодня. Поэтому это в церкви, это среди Божьего народа. И это, к слову, к нам обращается. Кто думает, что он стоит? Мы думаем, что мы стоим. Берегись, чтобы не упасть. Друзья мои, как мы можем беречься? Что нам нужно для этого делать? Вы знаете, что у нас будет следующее воскресенье, хлебопреломление. И вот это событие, на котором я хочу основать свою проповедь, оно как раз произошло вот в те дни, когда Господь, вот эти события, был арестован, был распят потом, впоследствии. Вот. И вот что происходило в то время. Матфея 26:74. «Тогда Петр начал клясться и божиться, что не знает этого человека. И вдруг запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра». Матфея 26:75. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься, что знаешь меня». «Отречешься от меня». «И, выйдя вон, плакал горько». Вот
Мы все слышим, знаем, даже песня об этом поется. Петух пропел, и Петр заплакал, вспомнил слова Господа. Итак, Петр оказался в неправильном месте, с неправильными людьми, и совершил неправильное дело – отречение от Господа Иисуса Христа. Мы знаем, друзья, эту прискорбную деталь вот, в жизни Петра. Прискорбное это событие – отречение от Господа. К тому же Господь перед этим говорил, что если кто отречется от Меня перед людьми, от того Я отрекусь пред Отцом Моим Небесным. И Петр отрекся. Это было страшное падение, серьезное падение. Это не то, что какая-то, ну, там слабинку проявил, ну, как-то, ну, вот чуть-чуть где-то какая-то вот такая вот оплошность. Или что? Мы, может быть, подобрали бы много таких слов, эпитетов, которые как-то смягчили бы, вот, если бы это с нами произошло. Но Писание не скрывает. Я когда сегодня утром слушал проповедь Даниила, и брат Даниил обратил внимание на вот те страницы этого благословения. Я очень люблю Давида. Мне нравится этот человек Божий. Его посвященность Богу, его любовь к Богу. И когда прочитывалось и напоминались вот эти места, мне как-то, вот я чувствовал себя дискомфортно. Вот. Почему с этим таким благословенным, этот благословенный Божий человек Давид? Вот. Зачем? Ну, почему ты это сделал? Ну, зачем тебе так захотелось, ну, все-таки вот, в конце твоей жизни вот, поставить вот такую кляксу на своей репутации, на своей биографию, заповедать Соломону, ты тому не дай ему, значит, вот, спокойно умереть, и того человека тоже, и Ава, значит, и Семея. Короче, ты мудрый, сделай так, чтобы они с кровью сошли в могилу преисподнюю. И мы слушаем вот это повествование. Я думаю, наверное, в зале не было ни одного человека, который подумал бы, вот молодец Давид, вот правильно сделал. Вот. Нам понимаем, ну, это не украсило тебя, Давид. Было бы намного благороднее с твоей стороны вот до конца простить, вот, и уйти спокойно из этой земли. Какая тебе разница? Ты уходишь, ты знаешь живого Бога, с тобою Господь, ты в завете с Богом, ты знаешь что-то, как много тебе Господь простил. Ну, прояви это к этим людям. Вот такое, и мы понимаем, что, ну что ж, Давид тоже человек. И мы понимаем, что закон никого не довел до совершенства. И мы с таким наслаждением, удовольствием, радостью принимаем Новый Завет, где Господь Иисус уже на Голгофском кресте прощает человечество, прощает грешника. И Он заповедует прощать нам. И уже там нет никаких оговорок. Ты ж там вот вспомни. Вот. Очень хорошая была проповедь. И я благодарен Богу, друзья мои, что мы живем под сенью Голгофы, под сенью Нового Завета. Не того ветхого, который... «Люби ближнего, ненавидь врага», а который говорит «и ближних, и врагов любите, прощайте». Ну вот в жизни Петра происходило, возвращаясь к нашей проповеди, произошло такое событие. В чем ошибка? Почему он упал? Почему так произошло с ним? Что нужно делать нам, чтобы нам не упасть? Потому что это уже не к Петру. Он упал и был восстановлен. Но, а мы-то еще на пути, и мы не знаем, как у нас оно получится. Итак, не само событие, мы никогда уже не окажемся в положении Петра, никогда, потому что это уже в прошлом. Христос не придет второй раз, и нам не придется греться в доме, там, значит, во дворе первосвященника. Но а похожие ситуации вот, в жизни нашей могут происходить. И как нам распознать? Как нам распознать опасность и не повторить этой ошибки и не упасть? Кто стоит или думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Итак, друзья, давайте обратимся к Петру. О нем. Что мы знаем о нем? У него произошла однажды личная встреча, об этом написано у Луки, с Иисусом Христом. И он когда узнал, когда увидел чудо, он сказал: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». У него не было сомнений, кто перед ним. Матфея 16:16 мы читаем, когда Христос задал вопрос, он сказал так: «Петр же, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога Живого». Правда, можно отметить то, что он, Христос, не соответствовал мессианским представлениям
иудеев, в том числе и учеников. Ну, не так они представляли, должен быть Мессия. Но то, что это Мессия, они совершенно не сомневались, ученики. Что касается Петра, он прямо заявил, и Иисус Христос подтвердил, что это откровение Петр получил от самого Небесного Отца. Вы знаете, что наши близкие тоже не всегда соответствуют нашим представлениям о том, какими они должны быть. Вот они такие наши близкие. Вот такая моя жена, вот такой мой муж, вот такие мои дети, вот такие мои братья и сестры. Каждый имеет свой характер, каждый имеет какие-то свои, ну, не такие, может быть, ну, черты характера или поведения, какие-то нюансы поведения, как нам, ну, представляется, что должно это быть. Вот оно должно быть не так, но оно вот так. Господь говорит, мы сегодня слышали это слово, принимайте друг друга так, как Христос воспринял свою славу. Ведь сколько проблем именно возникает из-за того, что мой брат или моя сестра, ну, Господи, не соответствует моим представлениям. Я начинаю их тесать. Я начинаю, ну, расстраиваться, начинаю возмущаться в какой-то степени, начинаю что-то такое предпринимать. Но надо обязательно задаться вопросом, это так и Бог понимает, как я? И действительно мне Господь открыл, что вот мой брат не должен быть вот таким, как, ну, как он есть. Или это мое личное предпочтение? Вы знаете, что у нас есть свои вкусы. И одно дело, когда действительно нарушается Божья воля, когда человек действительно отклоняется от Божьего пути, и я скорблю от этого и пытаюсь его как-то вот исправить. И совершенно другое дело, когда у меня вот, ну, не так оделся человек, как я себе представляю. Ну вот взял и отпустил бороду. Ну зачем она тебе, эта борода? Ну что, ты без бороды ж намного лучше, моложе смотришься. Ну, взял прическу почему-то наверх зачесал или на бок. Ну, что-то такое. Значит, много есть таких моментов, что нас могут даже, если я не бодрствую, даже раздражать. Ну, не в моем вкусе, не в моем представлении. Надо бодрствовать, друзья мои, потому что мы можем попасть вот в такие вот проблемы. Притыкаться неизвестно из-за чего. Значит, Христос не соответствовал, наши братья могут нам не соответствовать, ну, нашим представлениям не соответствовать или сестры. Поэтому нужно очень быть внимательными. Еще Иоанна 6:68. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус когда-то говорил: «Если не уверуете, что это Я», то есть Христос, Мессия, «умрете во грехах ваших». Но это уже не касалось учеников. Петр уверовал. Христос подтвердил эту веру. Итак, Петр получил познание от самого Бога, Отца. Кто есть Иисус Христос? В этом сомнения не было никаким. И тем не менее, он упал. Вы знаете, самое правильное познание о Господе, самая искренняя наша вера, доверие Богу, все равно не дает нам гарантии того, что мы можем не отклониться от Бога и не упасть. Петр упал. Это был Петр. Вот. Что касается нас, это тоже вполне вероятно, вполне возможно. Итак, в чем проявляется падение? Первое. В чем сначала оно появилось у Петра? У апостола Петра, в чем было вот первое проявление падения? Оно было проявлено в словах. В словах. Ну, понятно, что слова – это, как говорится, выражение мысли. Значит, сначала мысли это пришло, а потом уже в слова. Вот они, эти слова. «И отозвал», Матфея 16:22, «и отозвал его Петр, начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Ну, слова очень трогательные, очень такие, ну, состраданием, что ли. Ну, что плохого в этих словах?
Они же такие сочувственные. Ему жалко Господа. Христос говорит, что меня распнут, меня убьют. Значит, то, что там я воскресну, он, Петр, это не услышал. Вот, потому что мы слышим то, что мы хотим слышать. Но он услышал как раз то, что, что вот распнут и убьют грешников. Будь милостив, ну, не допускай, да не будет этого с тобою. Вы знаете, друзья, что наш опыт отношений с людьми нельзя переносить на отношения с Богом. Если я могу позволить себе по отношению к человеку так сказать, ну как-то пожалею себе, вот надо, не надо, я не могу это так же относить к Богу. Можно, во многих случаях это может проявляться и... Ну, как бы это на каком-то еще примере привести. Вы знаете, каждое слово Бога нужно принимать на веру, 100% доверяя Ему. Ну, всего... ну, допустим, возьмем это тоже такое знакомое, часто мы его цитируем, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вы знаете, сколько мне лично приходилось вот с людьми беседовать, которые... буквально бросают, как Писание говорит, за хребет эти слова. Они начинают логически, как говорится, подходить к этому с точки зрения человека. Ну хорошо, я сломал ногу, это что, мне ко благу? Ну хорошо, мой сын стал наркоманом, это что, мне ко благу? Ну хорошо, там еще вот погиб ребенок, это что, ко благу? И такие вроде бы как, знаете, вот ну, такие жесткие примеры, такие вот, что сказать, ну да, конечно же, это не ко благу. Но вы знаете, друзья мои, что все-таки все ко благу. Не ко благу сам факт, это боль, эти страдания, эти переживания. Но если смотреть со стороны, вот с позиции вечности, как Бог работает над нами, как Бог работает над нашими детьми, и что в конечном итоге только в вечности все это станет понятно, хотя и здесь тоже иногда становится понятно. Но часто в вечности. Иногда мы слушаем, да, например. Но когда касается это лично меня, вот лично моей семьи, моих детей, смотрю, насколько это вот, не хочет работать. Вот не хочу, не хочет мой разум с этим соглашаться. И хочется сказать вместе с псалмопевцем, ну, с автором песни, который говорит: «Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что я воевал моим разумом с тобой, с твоим словом, с твоим откровением». Очень важно. Так вот, у Петра как раз так получилось. Он противоречит самому Господу. Когда мы не соглашаемся со словами Писаний, кому мы противоречим? Мы же тоже противоречим самому Богу. Ты говоришь так, а я... Ну, нет, это... Ну, что-то оно такое, ну, я ж не могу вот так прямо сказать, что это неправда. Господи, ты говоришь. Но что-то тут оно все равно не сходится, не совпадает. Друзья мои, надо принимать на веру все те Божьи откровения, все то Божье Слово, которое Он говорит, принимать на веру, когда мой разум противится, не хочет это воспринимать. Не могу это истолковать и понять. Бог не говорит, чтобы я все, что я все должен понимать. Он говорит, что я должен всему верить. Любовь всему, что? Верит, верит, верит. Благослови Господь. Итак, первое падение в словах в этом случае. Второе. Петр сказал ему в ответ, Матфея 26:33, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Никогда. Откуда ты знаешь за всех? Почему ты сопоставил себя со всеми? Очень простое объяснение. В притчах написано такое слово: «Погибели предшествует гордость». И падению предшествует надменность. Что такое надменность? Обратимся к словарю. Надменность. Надмение – это кичливость, это высокомерность. Что такое кичиться? В русском языке такое слово. Кичиться – это горделиво превозноситься перед другими, противопоставлять себя другим, хвастаться своим своими успехами, явно хвастаться или, может, завуалированно, но все равно хвастаться. Вы знаете, мы другой раз можем наблюдать, я иногда бывает и с друзьями беседую, ну, к нам же много приезжает гостей, за нашими братьями такое мы не наблюдаем. А вот за гостями иногда наблюдается. Ну, гость приехал, мы о нем ничего не знаем,
Ему же надо как-то рассказать о себе. И вы можете замечать, как по-разному люди о себе рассказывают. Иногда рассказывают напрямую, открытым текстом, тем-то делаю, то-то замечаю, значит, исполняю такое-то служение, вот столько-то, значит, там сделали, столько-то покаялось через меня, ну, все такое, открытым текстом. Другой говорит так как-то незаметно, но снова же вы смотрите, какой талантливый, как он много трудит, как он много делает. И в первом, и в другом случае человек, значит, представил себя, как у кого получится. Так вот, хвастаться своими успехами, свойствами, своими особенностями, чертами своего характера, а я не такой. Иногда в личной беседе бывает, мы тоже можем замечать за собой. Но так хочется вставить, вот какой я особенный, вот, а я никогда, вот никогда, вот если вот другие, то у меня такой, и все вот в таком духе. Ловите себя на вещах таких. Это, ну, надмение. Так вот, падению оно предшествует. Сначала идет надмение, потом после него будет падение. Значит, сначала я покажу, какой я особенный тому, другому, третьему, четвертому, а потом те, которые я себя показывал, увидят, какой я особенный, когда произойдет вот падение. Итак, потом еще интересное определение слова «надмение». Надмеваться – это петушиться. Может быть, потому и петух пропел, как вы думаете? Значит, это петушиться, это значит хохориться так. Ох, я, значит, там хвост так поднимать. Хохориться – набивать себе цену. Следующее – это мнимое чувство. На самом деле этого нет. Мы все одинаковые. Кто-то превосходит нас в одном, кто-то в другом, в чем-то мы. Но все мы люди абсолютно одинаковые. Вот с нашими недостатками, что-то какие-то есть и способности, но это ничего не выделяет. Апостол говорит, кто тебя отличает? Что ты имеешь, чего бы ты не получил? То есть мы получаем от Бога жизнь, получаем здоровье, получаем способности. Кто-то развивает себя в каких-то способностях, кто-то в других развивает себя. Но дело в том, что не дай Бог нам дыхание жизни. И куда день? Вот, допустим, ну я прекрасный там, ну не знаю, специалист, какой-то скульптор. И вот Бог взял раз и забрал у меня жизнь. И что? Я шевельну хоть пальцем. Что я смогу сделать? Если мы песню поем, но там неправильные слова в этой песне, но там есть такие слова, мы уже рассуждали. «Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что». Ну, это правильно. Что мы без Бога можем дышать? Если Писание говорит, что Он дает всему дыхание, и Бог дает дыхание. Каждый вздох – это подарок от Бога. Как это я без Него дышу? Грешу, то это будет правильно. Без Тебя я только что грешу. Вот только с Богом я могу побеждать грех, а без Бога не могу. Так вот, дорогие мои друзья, вот не даст Бог дыхание, и все. И все мои таланты, мои способности, то, чем я отличаюсь, вот ничего, вот лежит человек, конец. Только предавать земле. Так что, как же мы зависимы от Бога? Чем превозноситься? Чем гордиться? Кто тебя отличает? То, что ты имеешь, не получил ли ты это от Бога? То если ты его получил от Бога, что же ты хвалишься? Как будто бы это оно твое. От Бога все приходит. Поэтому очень важно это помнить. Однажды великий римский учитель, значит, ораторского искусства сказал такое слово о своих учениках. Они, несомненно, были бы отличными учениками, если бы не были убеждены в том, что все знают. Интересно, мы это можем наблюдать, особенно когда вот подростковый возраст, они все знают. Вот все. Что им ни скажи, они знают. Они знают. Дальше. Падение, проявленное в делах. Итак, первое падение, первые признаки падения – это, ну, мы видим это у Петра, это в словах. Значит, пусть все, только не я. Вот. Настолько он вроде думает, что он знает себя. Проявленное, значит, уже в делах. Луки 9:32. «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном».
Помните, какое событие было? «Но пробудившись, увидели славу и двух мужей, стоявших с ним». Это не лучшее время для сна. Вообще-то, друзья мои, трудно себе представить, чтобы человек в присутствии, ну, президента, например, ну, какой-то важной очень личности, вот, в присутствии этого человека у него в кабинете, на приеме, вдруг на стуле тот что-то ему говорит, и он захрапел, заснул. Ну, возможно, это можно представить себе. Любой понимает, что это не место для, вот, для этого дела. Но в присутствии самого Господа Иисуса Христа, накануне или в момент величайшего проявления Его славы, Он сказал, что некоторые из вас не умрут, пока не увидят славы Божией. И взял Петра, Иоанна, Иакова, преобразился пред ними. Но Писание говорит, что как раз вот накануне вот этого, вот, то есть часть они просто проспали. И когда проснулись, они уже видят, уже событие это во всей его величии развернулось там на горе преображения. Христос сияет в удивительной славе, силе своей. Явились им Моисей, Илия, беседуют об исходе. Вот. Вы знаете, друзья, что не время для сна, когда вот такие происходят события. Не время для сна. Мы говорили, я говорил проповедь о последней, о сне, об этом, вот, как оно бывает в нашей духовной, духовный сон, то же самое. Значит, вот такая вот реальность, сон – это тоже какая-то, ну, вот дрим, вот в мечтах это все. Человек может пропустить главное, важное событие в жизни, в общении с Богом. Поэтому дай нам, Господь, вот, бодрствовать, потому что мы призываемся к тому, чтобы бодрствовать. Это не лучшее время для сна. Еще одно событие было не такое славное, но очень важное, значимое. Значит, и приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною?» Это Гефсимания. Это самый тяжелый момент в жизни Господа был. Кровь Его вместе с потом выступали на его челе. Он ужасался и тосковал. Он умолял отца о чаше, умолял отца, и написано, и был услышан сильным воплем и со слезами. Он хотел поддержки, он просил, чтобы они помолились, поддержали его в молитве. Но этого не произошло. Это тоже было падение. Это было падение. Христос ничего не сказал такого особого, вот маленький упрек. «Не могли ли вы один час пободрствовать со мной?» Бодрствуйте, молитесь. Дух бодр, плоть же немощна. Писание говорит, что любить – это с ближним, как с другом и братом. Не Писание, Псалом очень хороший, но Писание это подтверждает эту мысль. Любить – это с ближним, как с другом и братом, делить его горе, мучение. Это значит любить. Когда ребенок находится при смерти, и мать находится у его постели, и вопрос между жизнью и смертью, она его любит, это его часть, ее дитя. У нее нет сна. Она как рыба бьется об лед, она плачет, она умоляет врачей, она, если это христианка, она молится Богу, потому что то, что для нее очень дорого, вот находится в таком состоянии. Но ученики спали, когда Христу было очень трудно. Ну, в том числе был Петр. Матфея 26, 58. Написано так. «Петр же следовал за ним издали». Мы говорим о том, друзья, что падение, проявленное в делах, перед этим падение в словах. Ну, в словах понятно, что это отношения, это мысли, которые озвучены словами. Здесь в делах самих. «Издали, Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь со служителями, сел со служителями, чтобы видеть конец». Что заставляет следовать за Христом издали вообще людей, христиан? Ну, у Петра, я думаю, что это был страх. Страх, осторожность. Вот. Есть несколько причин, которые заставляют христиан сегодня следовать издали. Это то же самое страх. Ну, если здесь, например, страха нет в Америке, есть другие причины.
разочарование, не исполнились мои представления, вот такие, как я желал. Вот просил, Бог не дал, хотел это, получилось совершенно по-другому. Ну что это такое? Какая польза служить Богу? Разочарование. И третья причина – это равнодушие. Как-то все равно. Ну, там вот, ну как-то оно ж вот живет все, и я буду жить. Вот, друзья мои, в жизни нашей построено так, что если нам кто-то интересен, мы ну, никак не удержимся от того, чтобы не подойти к нему близко, чтобы его, ну, не пожать ему руку, хоть обменяться несколькими словами. Вот. А если он так как-то, там что-то такое происходит, не подхожу, неинтересно. Итак, три причины – страх, осторожность, разочарование и равнодушие. Друзья, не бывает так, что если издали за Христом, вот позволить быть такой дистанции, такому расстоянию. Вот посмотрю по интернету, дома посижу. Что туда идти в собрание? Если приду даже в собрание, тут пастор так приглашает, ну давайте поближе, ну давайте вот на первые скамеечки, а я вот там сяду в самом конце. А какая там разница? А что там, зачем эти все разговоры? Друзья мои, оно же с мелочей все начинается. С мелочей. Ведь даже, скажем так, непослушание. Это надо какое проявлять непослушание? Такое большое-большое или такое маленькое? Какая разница? Непослушание и маленькое, и большое называется одним словом – непослушание. Я даже не хочу привести места Писания, которые говорят о том, с чем оно сравнивается. Ну, с очень нехорошим грехом непослушание. Но ведь все начинается… Все вот эти вещи, которые нас отдаляют от Иисуса Христа, держат нас на расстоянии. Нам не сильно интересно. Поэтому так, как я сказал, там посмотрю, по интернету, поэтому где-то там на углу, погуляю там где-то в самом дальнем конце, выйду в вестибюль, там, ну такое дело. Издали. Но заметьте, друзья мои, что если я за Христом иду издали, то обязательно, если, допустим, вот здесь Христос, я был близко, а потом делаю расстояние, следование за ним, то я приближаюсь к какой-то другой категории, другой группе, с которой я буду очень близко. Вот она, вот эта группа. «И, войдя внутрь, сел со служителями». Какими служителями? А теми, которые, ну, сильно ж хотели смерти Господа. «Сел с врагами его». Ну так, если от Бога, то так не будет, что нейтрально и долго, издали, и так всю жизнь издали. Обязательно с кем-то сблизишься. И это не будут те, с которыми следовало бы тебе сближаться. В то время, когда Господь говорит, сблизься, Слово Божие говорит, сблизься же с Ним, с Господом, и будешь спокоен, и через это придет к тебе добро. Итак, близость с врагами. И грелся у огня. Блажен муж, мы читаем, который не ходит на совет нечестивых, не сидит, не стоит на пути грешек и не сидит в собрании развратителей, но в законе воля Бога его. Итак, третья ошибка, или как можно сказать, следование издали и близость с врагами. Сел с теми, которые распинали Христа. Сблизься же с Господом. Я уже заканчиваю. Я так благодарен Богу. Знаете за что? За один единственный взгляд. Когда Петр отрекся, и Луки мы читаем, тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Я благодарен Богу, что этот момент, это событие отразилось в сердцах многих поэтов, вот, псалмопевцев, которые даже вот это событие переложили в песни. И мы поем эту замечательную песню «Взор Иисуса его застал, и в раскаянии Петр зарыдал». Я благодарен Богу за этот проникновенный, любящий, добрый взгляд. И в таком ужасном состоянии, в котором оказался Петр, Господь его все равно не оставил. Слава нашему Богу! Друзья мои, читая это повествование, снова и снова я
в своем сердце возрождается, чувствую, вижу, как возрождается вот надежда. Надежда у каждого, кто, может быть, споткнулся, упал, есть шанс, есть возможность вот, встретиться с Господом снова взглядом и получить от Него прощение. И заплакал. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Покаяние – это единственный способ встать, если упал. Но я благодарю Господа, что этот способ, эта возможность очень эффективная. Этот метод очень, ну, такой, ну, хороший, такой действенный этот метод – покаяние, покаяние. И мы видим, друзья мои дорогие, что никаких последствий, ну, если Господь прощает, то Он не вспоминает, никакого последствия этого падения. Бог восстанавливает Петра до такой степени, что дает ему ключи разумения, что ставит его пастырем и над овцами, и над агнцами. И что явился Кифе, мы читаем, потом 12, явился в первую очередь, Кифе явился, Петру явился, восстановил Петра, сделал его столпом в своем домостроительстве. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Какая благодать, какая милость, какая любовь! Поэтому мы сейчас будем молиться. И я не знаю, есть возможность каждому из вас, и мне в том числе, пересмотреть свою жизнь, может быть, где-то, как-то, в чем-то, в словах ли, в надмении, может быть, в следовании за Господом издали, может быть, в дружбе с теми, кто не является другом Господа. Вот моя жизнь протекает. Есть возможность сейчас внимательно посмотреть в глаза Иисуса, прочитать Его немой укор, упрек, потому что не для этого Он призывал нас, каждого из нас, чтобы мы где-то непонятно где ходили. Он хочет, чтобы мы были близко с Ним, любили Его. Но если все-таки произошло, у нас есть такая уникальная возможность в молитве перед Ним открыть свое сердце, покаяться за неправильные поступки, охлаждение, равнодушие или страх какой-то. Вот. Получить от Него прощение и снова идти, радуясь за нашим Господом. Аминь. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Сына Твоего, нашего Спасителя и Господа, мы преклоняем свои сердца, свои души, Господь, перед лицем Твоим. Мы благодарны Тебе, Боже, благодарны Тебе от всей души и от всего сердца за все, что Ты сделал для нас, за великий подвиг Твой, за голгофскую жертву Твою, пролитую кровь Твою. Мы благодарны Тебе. О, милосердный, любящий Отец Небесный, благослови, прошу Тебя, благослови каждую душу, каждое сердце, благослови, милосердный пастырь, каждого, кто, может быть, сегодня
проанализировал свою жизнь и пришел к выводу, что не совсем так он следовал за тобою, не совсем оказывался верным тебе в тех ситуациях. Может быть, где-то, если, может быть, не словом, то делом совершил какое-то подобие отречения. Поэтому, милосердный Господь, прими каждое покаяние, каждого осознания, осознание каждого, Господи, каждой души, кто сегодня перед тобой осознает свои неправильные поступки, свои дела, вот, которые порочили имя Твое святое. Прости во имя голгофских мук и страданий Твоих. Я так благодарен Тебе, Господи, за пример. Пример, который оставлен на страницах Евангелия, история с Петром. Господи, после столь тяжкого падения, отречения от Тебя, с клятвами и божеством, божиться, клясться и божиться, он начал, Петр, и тем не менее, Господь, Ты восстановил его, Ты сделал его великим мужем Твоим, героем веры. Слава Тебе, милосердный пастырь! Как прекрасно осознавать, что в Тебе есть столько благодати, любви, Господи, милости и силы, чтобы поднять и восстановить, и поставить на истинный путь. Поэтому, Господь дорогой, прими каждое покаяние, прощение подари, Господь, каждому, кто нуждается в этом. Яви Твою благодать для всех, кто ее ищет, кто ее просит и умоляет Тебя о ней. Благослови церковь нашу, Суламиту, Господь. Благослови всех тех моих братьев и сестер, которые здесь присутствуют. Благослови также и тех, которые по разным причинам, уважительным причинам, не смогли здесь сегодня быть. А также, Господи, благослови и помоги тем, которые просто легкомысленно оставляют собрание, издали следуют за Тобою, не понимая, что они рискуют оказаться в плену у врага человеческих душ. Поэтому, Господь, возбуди ревность и желание, и жажду служить Тебе, следовать за Тобою, любить Тебя всем сердцем своим. За все будь прославлен наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и Сына, слава во веки. Аминь. Друзья, я прочитаю записки, мы помолимся за наших братьев и сестер. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего сына Владимира. У него на коленке инфекция, сильно распухло колено. Сердечно вам благодарю, мама Валя. Вот. И так тоже вот записка за Владимира. Я думаю, что это, наверное, одно и то же. Ему нужно работать. Вот. Помолимся за эти нужды. Благодарю Бога за рождение внука Ездры. Помолитесь за дочь Марию и ребенка, потому что роды преждевременные. Дай Господь скорое выздоровление. Дедушка Иван Осинцев. Помолимся, Ваня немножко мне рассказал на ухах, там есть осложнения, помолимся особенно за мать, вот, чтобы Господь дал полное выздоровление. Дорогая церковь, помолимся, чтобы Господь послал дождь, потому что пересыхают водоемы, и это угроза урожаю, члены церкви. Да, помолимся, друзья, это действительно очень важная нужда. Помолитесь за внука, чтобы Господь дал покаяние и обратил на истинный путь. И последняя записка. Дорогие братья и сестры, прошу поддержать меня в молитве за мою дочь, сильно непослушная, вот, и за мое здоровье. Вот такие у нас нужды. Ну и также помолимся за Настю Доценко, помолимся за Валентину Желновакову, вот, жену Димы Желновакова, у нее тоже после операции, пусть Господь явит милость нашим друзьям. Давайте встанем, помолимся об этих нуждах. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты нас любишь, заботишься о нас, посылаешь нам Твою благодать, милость и мир. Аллилуйя! Милосердный Господь,
вот эти нужды, которые я прочитал, не пройди мимо, дорогой Господь. Яви Твое исцеление нашим друзьям, которые после операции, им нужно восстановление, нужно здоровье. Господи, дай им это здоровье. Которым предстоит операция, благослови руки врачей, Господь, чтобы они сделали ее успешно, чтобы все было хорошо. Восстанови, Господь, тех, которые отступили, которые пали, которые ослабели, Господи, на пути следования за Тобою. И их не пройди мимо милостью Твоей. Боже, обрати их обратно на Твой путь. А также, Господь, любящий пастырь, те, которые в зависимость разную попали, и их освободи от этих страшных дьявольских сетей. Ты все можешь, на Тебя наша надежда. Поэтому, Господь, еще раз просим, не пройди мимо ни одной нужды, которая здесь в этих записках, а также и устные нужды, которые я объявил. Не пройди мимо наших друзей и будь прославлен за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Друзья, вы помните, что у нас в воскресенье будет хлебопреломление. Вот. Так что давайте мы в пятницу, как мы делали молитвы, но мы в среду придем все усердно, будем молиться о том, чтобы нас Господь приготовил вот к этому важному служению. В пятницу, как обычно, будет молитва вот, в молитвенной комнате.
Слава Богу. Слава Богу.